Друзья, всем привет! Давно не выходил в эфир, грубо говоря. Все относительно нормально, кроме двух потерь. Короче, помните, у меня светленький такой был, да, Карпкоя. Короче, он надулся, на боку лежал, я даже купил аквариум уже. Но в итоге, короче, это не помогло. Сейчас я отключу и раз, чтобы не шумело. Вот, ему все равно стало плохо. И, короче, большой малек тоже. Ему стало не по себе. И тоже умер. Вот. Запустил я пока маленький насос Джибао. У меня который был. Вот он вот так идет. И вот так. Сливается, орошается. И здесь внизу сделал. Ну, сетку поставил, чтобы муть собирала. Вот, так что такие вот дела. Пока ничего новенького. Сейчас покажу, сколько температура градусов. Вот они тут тусуются. Активные уже все. Уже со стенок начинают подъедать. Я думаю, сегодня-завтра начну кормить их уже. Да, рыбы? Жалко, конечно, этих двух. Самый большой малек и самый большой карпкоин был. Но ничего. Будем знать. Так, что у нас тут? 11,6 температура воды. Вот, опущена. Ну, в теплице здесь жара. Сегодня еще солнышко вышло, так вообще. Все, 11,6, можно уже. Стабильно. 11,6 держится. Можно начинать потихонечку подкармливать. Они уже вон активные, плавают. Надо дособрать барабанный фильтр. Пока через этот насос сделаю. И, может быть, ультрафиолетовую лампу поставлю. Ну, не факт, что я ее поставлю пока что. Посмотрим, как будет справляться, ну, в таком режиме, в тестовом. Ультрафиолетовую лампу можно в любой момент поставить. Вот. Аэрация работает. Я ее так и оставлю. Я думаю, что не буду ничего другого придумывать. Пускай насыпь.